я невероятно рада вас видеть в новом влоге. Давно у нас не было таких видео, где можно было бы просто сесть и поболтать, показать моменты из повседневной жизни. Вы знаете, я обожаю такой формат, но была и есть до сих пор причина, почему другие видео стали появляться на моем канале. Сейчас я готовлю для вас целую серию полезных выпусков об учебе и работе в Великобритании. Уже появилось два видео, в первом поговорили о школах, и во втором о колледжах и университетах. Так что если вы их еще не посмотрели, то горячо рекомендую. Я уверена, они будут интересны многим, даже если вы не планируете учиться в Британии. Ну, если вы у меня на канале, я думаю, в целом жизнь в Великобритании вам интересна, в Шотландии в частности, и об этом мы там говорим в деталях, без лишних слов, четко и по делу, как всегда я стараюсь делать свои выпуски. Ну ладно, на сегодня у нас с вами план выходного дня, довольно расслабленный, но вместе с тем очень насыщенный. В Абердине буквально вчера завершился фестиваль света, который называется «Спектра». Он не проводился пару лет из-за ковида и всей вот этой ситуации, но в этом году наконец-таки его возобновили, и это было отличным предлогом просто сходить в центр города вечером, потому что все вот это светопредставление было как раз-таки уже в полной темноте. Было несколько центров притяжения толпы, а людей было огромное количество. Я на самом деле даже не предполагала, что у нас столько людей живет в городе. Хотя около, наверное, 260 тысяч, но как-то одномоментно я никогда столько народу не видела. И было очень приятно все это наблюдать, потому что я люблю большие города. В Портсмуте, в Англии, где я жила до этого, и даже здесь, в Абердине, примерно по численности города одинаковые, но все равно чувствуется, что это не мегаполис, такой как, не знаю, Лондон или Париж. В общем, были выбраны такие городские доминанты, красивые величественные здания, и на них выводили световые проекции с разными картинками. Я все это засняла, было невероятно красочно. И еще одна из этих вот локаций была новый парк-терраса, который открыли вот как раз к этому фестивалю. Когда мы только переехали в Абердин, еще летом 21 года, все там было в лесах, такое необлагороженное, в общем, работы только-только начались. И им понадобилось практически, не знаю, мне кажется, они работали около 2 лет, и вот только к фестивалю сейчас открылись, но должна сказать, что город заиграл абсолютно другими красками, открылась такая потрясающая панорама, и вы знаете, я показывала уже, как прекрасно здесь и гармонично сочетаются разные стили. Там и новые стеклянные здания, и старые купола, шпили церквей и костелов. В общем, очень стало красиво все это наблюдать, и особенно в темноте, когда все это сопровождается музыкой и таким представлением.
На этой неделе было сразу два события, которые хотелось отметить. Это День Святого Валентина и Толстый Четверг, или по-польски Тлустый Чвартек. Не то чтобы это какие-то прям грандиозные праздники, но отличный повод себя порадовать чем-то вкусным и приятным. Мы решили объединить вот эти две даты, и поэтому вместо обычных толстых пончиков я приготовила пончики, но в форме сердец. И этим рецептом хочу поделиться сегодня с вами. Делать их нетрудно, просто это занимает довольно много времени. Но у меня был выходной, поэтому пару часов я на это выделить смогла. Единственное, мне просто жаль, что все это достанется Миколаю, потому что я дрожжевое тесто есть абсолютно не могу. Я прямо чувствую, как только кусочек попадает ко мне в живот, я чувствую, что я просто начинаю раздуваться до невероятных размеров. Поэтому буду просто вкушать пончиковый аромат. А в качестве десерта у меня будет вчерашний грушевый пирог, и я более чем довольна. Надеюсь, рецепт вам пригодится. Идемте готовить. На момент съемки они еще не пришли, но я обязательно вставлю вам кадры и сейчас просто скажу, что мы друг другу подарили. Я попросила духи от одной из моих любимых французских марок, Caudalie. Они делают свою продукцию из виноградных косточек. Она органическая, очень чистая, ну и помимо этого очень просто приятно, вкусно пахнет. А для Миколая я заказала маленький термос, который держит тепло, чтобы он носил с собой кофе на учебу. Иногда бывает проспишь, не успеешь позавтракать, но на кофе точно можно выделить себе пару минут, чтобы его приготовить, взять какой-то кекс или пончик, который у нас всегда на столе обязательно есть. Так что очень такой практичный подарок, и я очень люблю именно такие презенты, которые будут использоваться, а не будут где-то лежать на самой дальней полке. Кстати, я думаю, вы заметили небольшие изменения в моем образе. Он довольно сегодня яркий. Я вообще в реальной жизни никогда не ношу красные губы. Это единственный раз, когда я купила вообще красную помаду, исключительно, чтобы сделать выпуск такой валентинно-весенний. Солнце сегодня просто невероятное, и последние пару дней у нас действительно уже пахнет весной. Я не могу дождаться, когда уже начнут распускаться листья, цветочки. Очень жду этого времени года. И, кстати, еще, да, в тему Валентина и всего этого, розы на заднем плане никогда практически. Но я не помню, чтобы я себе покупала розы. Но, опять же,
чтобы выдержать стиль. Кстати, насчет цветов. У нас в семье нет никаких правил, что вот кто-то должен кому-то что-то дарить. Я лично всегда покупаю себе цветы сама. Я обожаю это делать, подбираю их под настроение и не вижу в этом ничего странного. И, кстати, в этом нет никаких феминистических ноток, просто это то, что я очень люблю делать. В случае Миколая он очень любит горшковые растения, поэтому в его комнате все обставлено самыми разными листьевыми растениями, так скажем. Поэтому, если вы любите свежие цветы в доме, так же, как и я, они приносят мне огромную радость, как только я на них смотрю. Не ждите, пока их вам кто-то подарит. Просто идите и порадуйте себя сами новым букетом. Подберите под свое сегодняшнее настроение. Друзья, надеюсь, вам было сегодня со мной интересно. Если так, то, конечно, ставьте этому видео лайк. Увидимся с вами уже очень скоро в новых видео. Всем пока!